Выставка «Мой город» – это одна из инициатив брестских художников в рамках подготовки города к тысячелетию. Вернисаж – первый. Дальше авторы намерены дополнять концепцию новыми формами, чтобы уже в 2019-м представить зрителям интересный творческий проект. Эта выставка – это наш вклад в подготовку к юбилею. Вот. Это попытка собрать всех художников, которые работают над городской тематикой, вот, и дать такой первый звонок или сигнал, что дальше будет еще интереснее. «Мой город» – насколько это многогранное и необъятное понятие. Для кого-то из художников это небольшие аллеи и скверы, в тени которых задумчивым видом читают книги как молодежь, так и люди постарше. Для кого-то это урбанизированные пейзажи, на которых запечатлены городские дороги, дома, проспекты. Для кого-то это старинные здания, несущие в своих стенах историю поколений, а иногда и те объекты, которых уже нет в нашем городе. Такая назва этой невеличкой моей серии «Город, якого нема». Были годы, не так давно, которые прошли, были дома, которых уже нема. Але когда опинався для тех домов, одно-двухповерховых, вельми утульно отчував себе побач с теми домами, дровляными, пофарбованными, неблаго. Ну и, конечно же, там жили судовные люди, бо яны добро ведали историю кожной своего дома, города. В выставочном зале на Советской экспозиции пробудет еще 2 недели. У брестчан есть уникальная возможность познакомиться ближе с родным городом, открыть его для себя с новой стороны.